Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ЭНСК-49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, звезды рекомендуют вам держать руку на кошельке. Не исключено, что встречи этого дня окажутся богатыми только на лесть и обман. Вполне возможно, что Тельцов ожидает одобрения коллег и начальства. Что же вы по праву заслужили это своей работоспособностью? Близнецы, постарайтесь не вызывать ревность любимого человека. Проявите скромность и не обращайте внимания на комплименты окружающих. Раки, примите к сведению, что ваш успех будет зависеть от окружающих людей. Постарайтесь не отказываться от их помощи. Львам лучше пока не собираться в путь. Дорога может оказаться длинной и весьма рискованной. Девы, достичь своей мечты гораздо легче, чем вы думаете. Усилия, конечно, важны, но вы в прекрасной физической форме, чтобы справиться со всеми преградами. А весам переизбыток энергии стоит направить в занятия спортом. Физические упражнения помогут вам укрепить здоровье. Скорпионы, благодаря своей находчивости, смогут продвинуться в интеллектуальной деятельности. Знания, как всегда, вам в помощь. Стрельцам звезды советуют быть смелее в отстаивании своего мнения, иначе вы можете очень легко попасть под влияние большинства. Козероги, пассивно проводить время не для вас. Настройтесь в этот день на интересные события и встречи. Водолеи, зачем примерять на себя позицию лидера в личных отношениях? Взаимопонимания вы таким образом точно не добьетесь. А рыбы могут загрустить. Главное, чтобы такое состояние не вошло у вас в привычку. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.